Итак, ну что ж, ареру, мои маленькие любители, покушайте квадратной шурмы. Микрофон, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. И мы продолжаем проходить Майнкрафт Марс. Ну, как я люблю об этом говорить, всегда об этом говорю. За кадром произошли какие-то колоссальные изменения на самом деле. И эти изменения касаются разнообразных аспектов. Во-первых, как я и говорил, как я и обещал, я докачал эти самые необходимые обилки до необходимых уровней. А именно у нас защита 20, атака 20 и строительство тоже 20. Это все необходимо для того, чтобы мы могли размещать вот эти вот черепа голов визор-скелетов. И призывать этих самых боссов, которые у нас здесь будут спавниться, и с помощью которых мы бы получали те самые звезды Незера, которые нам так сильно необходимы. Но на самом деле вот эта вот прокачка стоила мне каких-то гигантских усилий, ведь требуется какое-то колоссальное количество уровней. Допустим, если я захочу, например, фермерство прокачать на следующий уровень, на 17-й нужно 20 уровней. То есть все 20 уровней, которые у меня есть, они спишутся. И так с каждым уровнем все больше и больше. И если бы не фармилка мобов, то, наверное, эта серия бы и никогда не вышла, в принципе. Мы к этой фармилке обязательно вернемся, после того, как я продемонстрирую еще одно немаловажное изменение. Как вы можете понять, здесь у нас была расположена система по выработке электроэнергии благодаря иммерсиву. И стоял обычный дизельный генератор, который генерировал у нас там сколько, 6, по-моему, тысяч мега РФ за тик. Просто какие-то крохи энергии на самом деле вырабатывались, и мне это абсолютно не устраивало. Поэтому я здесь организовал гигантское пространство из биогенераторов. Эти биогенераторы создаются элементарнейшим образом. Самый ценный здесь ресурс — это биотопливо, которое получается просто элементарнейше. Банально, если мы будем сахарный тростник передрабливать в дробители, то мы будем получать это самое биотопливо, которое в свою очередь способно нам вырабатывать 280 РФ за тик. А со всей вот этой вот гигантской фермы у нас получается вырабатывать в лучшие времена 16 тысяч РФ за тик. Это превосходные вещи, учитывая то, что вот это все безобразие стоит каких-то копеек. Топливо для всего этого стоит тоже нам буквально ничего, потому что все вот это вот вырабатывается благодаря бонзай-потам, и тростника здесь на самом деле просто кучи. Все это не использовано, и на самом деле даже вот такой вот маленькой фермы достаточно вполне для того, чтобы обеспечивать все вот это гигантское количество биогенераторов. Единственное, наверное, что может быть непонятно, почему одна лишь крашеная фабрика способна обеспечивать все это безобразие. Все банально просто, ведь она проапгрейджена до элитного уровня благодаря постоянным улучшениям. Благо, мод-механизм нам это позволяет. Но на самом деле, вот этого всего безобразия и вот этого гигантского количества производства нам не нужно, и этого нам хватает даже с лихвой. Но мы об этом пока что забываем, мы об этом пока что не думаем, и на будущее это в любом случае пригодится. Конечно же, можно было построить здесь какой-нибудь термоядерный генератор, но я решил не повторяться и придумать что-нибудь попытаться новое. На самом деле, вот эта вот версия с генерацией электричества, она не новая, и прошла до этого множество стадий испытаний. Я сначала пытался генерировать электричество благодаря пару, потом пытался еще какие-то методы, но в итоге остановился именно на этом. Все остальные, потому что оказывалось либо малоэффективно, либо вообще неэффективно. Помимо выбивания гигантского количества голов визор-скелета, мне удалось наконец-то заполнить этот соло-шард, который мы с вами начинали заполнять в предыдущей серии. 1024 души визор-скелетов я сюда поместил. И пока все это я надыбывал, у меня получилось надобыть очень гигантское количество голов визор-скелета, но мне понадобится всего сейчас 4 штуки этих самых боссов, ведь именно 4 звезды Незера мне понадобятся для продвижения в дальнейшем. И сейчас мы как раз будем пытаться этих самых боссов убивать, но так как они очень-очень мощные, эти самые боссяры, я бы хотел немножечко уронять наши шансы и запереть нас на арене, для того, чтобы не приходилось лишний раз за ними бегать по всей площадке. Для этого достаточно заполучить вот этот вот укрепленный обсидиан. Думаю, примерно такого количества мне хватит. Еще сейчас немножечко подготовлюсь. А именно, я хочу еще немножечко увеличить урон у нашего меча. Добавлю сюда кварца. И вот теперь у меня на нем 25 получается дамага. Не самое большое количество, конечно, но уже что-то. И последнее, что мне понадобится, это яблочки. Но я тут подумал, можно было бы скрафтить яблочки из этого мода. Давайте парочку сделаем. Они, в принципе, создаются легко. Я думаю, мы хотя бы 4 штучки сделаем. Они, по-моему, гораздо лучше, чем вот даже вот эти вот яблоки, которые мне доставались из сундуков. И проблем с этим никаких не возникнет. И все, мы готовы. И теперь я хочу отправиться в естественную среду обитания для наших визоров. И попытаться убить их именно там. Спустя какое-то время я уже давно нахожусь в аду. И создал здесь успешно вот эту вот клетку, в которой планирую убивать этих самых боссов. Я думаю, не стоит мелочиться. И сразу их буду призывать скопом.
Я надеюсь, что мне хватит возможностей и сил это сделать. Тем более, что они находятся в клетке и проблем с этим не будет. Мы сразу бафаемся яблочком. И вперед. А вот то, что они будут вылетать отсюда, я вообще не планировал. Это, по-моему, нечестно немножко, нет? И еще один тоже погиб. Я не понял, что вообще здесь происходило. Какое-то сплошное месиво из этих боссов. Надо было делать как-то по-другому клетку, ведь из этой они способны выбираться. Но главное, что мы здесь с вами заполучили целых 4 незер-звезды, и уже хорошо. Клетку я потом переделаю, если я буду убивать больше этих визор-скелетов, но это не самое главное. А вот, кстати, вот эти вот души нам понадобятся в любом случае, так что оставляем пока что. Я прибыл со всем скопом ресурсов домой. Сейчас немножечко сортируюсь, и вот эти вот первые звезды я планирую немножечко потратить на самую необходимую мне вещь. А именно на вот эти вот ядра, которые позволят мне создать супер-супер офигенную броню из мода Mystical Agriculture. 4 штуки предыдущих 4 тиров я уже создал. Они создаются элементарным образом, учитывая то количество эссенции, которое у нас есть. Теперь же мы создаем последний тир этой брони и сами элементы этой брони. Клем, кераса, поножи, ботиночки. Не передать словами, как я рад тому, что у нас появилась эта броня. Но в память о броне, которую я сейчас ношу, я хочу, конечно же, поместить это все на армор стенд. Как-никак, вот эта вот броня позволила мне убить на наших уровнях целых 4 штуки сразу визор скелетов. А эту броню мы с вами надеваем. У нее по факту бесконечная прочность, насколько мне известно. Но в любом случае мы ее сможем чинить благодаря вот этой вот нашей ремонтирующей наковальне. Но самая прикольная плюшка, благодаря и принципе которой я строил эту броню, возможность креативного полета. Мы долго к этой броне шли, но я очень безмерно рад тому, что она у нас теперь есть, и мы теперь ей можем пользоваться. Благодаря этой новой броне мы буквально становимся практически непобедимыми. Если бы здесь не был установлен мод Divine RPG, который может с легкостью изменить реалии нашего выживания. Когда же я выполнил план на предыдущую серию, ведь визор боссов мы должны были убить еще тогда, я хотел бы вам продемонстрировать то место, где я большую часть выживания проводил. Как вы можете помнить, именно в прошлой части я начал выкапывание всего этого безобразия. И именно здесь я ожидал, фармил и просто вот большое количество времени проводил. Во-первых, я немножечко видоизменил нашу ферму. Суть ее не поменялась, поменялось лишь только направление. А пришлось мне перестраивать только потому, что в прошлый раз у нас вот этот вот самый спавнер и место, куда у нас прилетали визор-скелеты, находились в одном чанке. Сейчас же это не так, и у нас все замечательно. Но в любом случае в этом такой необходимости нет, благодаря шипам, которые у нас здесь находятся, благодаря айтем-коллектору, который собирает весь дроп с наших скелетов и помещает все то, что мне не нужно, в трэш-кэн. А опыт, который здесь у нас спавнится, благодаря нашему пилону с опытом, здесь кладируется, и в случае, если мне понадобится, я смогу себе весь этот опыт заполучить и прокачать то, что мне нужно будет прокачать в будущем. Благодаря тому, что я здесь ждал, и буквально пока я записываю эту серию, у меня здесь удалось нафармить аж 13 голов визор-скелетов. Это очень большое количество, мне это безумно нравится. Как вы можете понять, и как я говорил в прошлой серии, я строил здесь эту ферму не только ради этих скелетов, а ради того, чтобы фармить вот этих мобов именно здесь вот под землей, чтобы получать различного рода ресурсики. Например, реалмит и рупий, которые успешным образом у меня давным-давно хранятся дома, которые позволят мне призвать нашего первого босса из мода Divine RPG. Но прежде чем его призвать, мне нужно опять отправляться, как ни странно, в ад. И провести небольшое количество времени в фарме. Ведь мне для призыва, получается, нашего первого босса не хватает лишь руды, как бы это ни странно было. И именно адской руды. Вот она и здесь есть. Назеритовая руда. И мне это назерита понадобится большое количество. Не на один чанг для призыва, который дальше используется еще в крафтах, требуется 5 руды. А мне нужно призвать минимум 4 этих боссов. То есть минимум 20 руды мне потребуется. Ну, у меня есть теперь 21 штучка примерно этой руды, я думаю, пока что хватит, и мы возвращаемся домой. Мы кидаем эту сразу руду на переплавку, а пока она переплавляется, занимаемся дальнейшим крафтом. Для призыва босса мне понадобятся вот эти вот мистические часы. Для этих часов мне понадобятся обычные часы и вот этот вот камушек, который получается благодаря шардам, которые выпадают только из шипохвостиков и еще каких-то непонятных пришельцев, которые спавнятся у нас в обычном мире. И благодаря тому, что я пробовал там гигантское количество времени, гигантское количество усилий я потратил на то, чтобы фармить обычных скелетов, мне удалось еще попутно, при всем при этом,
фармить обычных различных шипохвостиков и прочих. И благодаря всему вот этому мне удалось получить гигантское количество шардов. И мне не составит труда получить один стак вот этих вот крутых камушков. Сразу же я скрафчу себе вот эти вот Twilight часы. Тоже они нам понадобятся, но об этом позже. Для мистических часов нам самый последний ингредиент — это Hellstone Ingot, для крафта которого и нужен вот этот вот чан, который мы сейчас с вами фармили в аду. И также для него нужен Shadow Bar, как ни странно, который, я напомню, что крафтится из Орлимита и Рупи. Эти два предмета тоже у нас, как ни странно, находятся либо в мире, либо получается благодаря фарме мобов. Опять-таки на той самой высоте, где мы фармили до этого шипохвостиков. И этих самых ресурсов у меня просто завались, и нет вообще никаких проблем, чтобы скрафтить вот эти вот теневые слитки. Мы создаем вот эти вот Hellstone слитки, и создаем мистические часы. 4 штучки, я думаю, хватит. Увлекся я немножко с тут часами, ну ладно. Ведь цель моя сейчас не само убийство босса, а получение с него необходимых мне компонентов для дальнейшего продвижения по моду Divine RPG. К сожалению, призвать его можно только в обычном мире. Он не несет за собой никаких разрушительных последствий, поэтому мы будем прямо у нас его на базе и убивать. Для его призыва нужны сами часы, буквально, и без разницы, время суток или что-то еще. Просто тыкаем ПКМ по любому блоку, и тадам, призывается босс. Как вы можете видеть, сейчас я подлетел только потому, что вот эта вот неизвестная сущность, в принципе так босс и называется, меня атаковал. И если бы у меня не было этой суперской брони, то битва с ним происходила бы, наверное, в каком-то коробочном режиме, то есть я бы запер его в коробке, и он бы там находился, в то время как благодаря вот этому китобойцу, которым я сейчас в него стреляю, я бы стрелял в него. Ну а сейчас, когда же у меня есть эта броня, я могу просто взлететь и продолжать в него стрелять. Насколько мне известно, это самая, наверное, эффективная против него тактика, ведь остальные тактики против него не будут действовать от слова совсем. И пока я это все говорил, у него уже снеслось половина хп, а значит его убийство не за горами. Пока я его убивал, я успел уже посмотреть пару видосиков на ютубе. Не самый быстрый это процесс, конечно, но за его убийство мне даются самые нужные мне вещи, это вот эти вот шардики, которые мне нужны для дальнейшего продвижения. Из них создаются вот эти вот самые Divine Rocks. А Divine Rock — это не что иное, как обычный обсидиан. Его можно так сравнивать, ведь благодаря нему можно построить вот такой вот портал и путешествовать в следующее измерение. А значит, его, как и обычного обсидиана, потребуется 10 штучек. Но именно поэтому нам придется убивать этого босса много-много раз. Также с этого босса мне выпал обычный такой вот ничем не примечательный трофей. Это очень замечательно, возможно, мы его потом в трофейную комнату разместим. Я хотел сейчас попробовать сразу двух боссов убить, но, к сожалению, мне эта игра не дает делать и говорит то, что, ну, есть один босс. И зачем призывать еще второго? А значит, мне ничего другого не остается, кроме как пытаться убить этого босса вот таким вот тупым закликиванием. Но мне, помимо этого, босса предстоит так сделать еще минимум 2 раза. Еще одного босса я здесь убил. Мне с него упало 6 штук. Обычно падает с 2 до 4, а тут сразу 6. Невероятное везение. Но зачем я крафтил еще 2 часов? Непонятно. Не пропадать же добру, давайте и их заодно убьем. Еще одного я также убил. И с него мне выпало опять 4 шарда. Странная какая-то магия. Как бы то ни было, остался всего один босс. И наконец-то 4-го я босса убиваю. И с него тоже выпадает 4 шарда. Значит, Википедия нам врет по поводу рандомного количества выпадения шардиков. В любом случае, это очень странно. В них также я забыл сказать то, что выпадают какие-то сэндовые мечи. 21 дамага, хотя у нас 25. Бесполезная на самом деле для нас вещь, и об этом мы даже забываем. Остается мне сейчас только прийти на нашу базу и создать благодаря Divine шардикам Divine Rocks. Как я говорил, 10 штук мне хватит вполне. И теперь мне нужно придумать, как и где разместить вот эти вот статуи. Вот это, мне кажется, комната идеально для этого подходит. Мы сюда бам. И сюда вот неизвестную сущность мы бам. Прикольная статуя, выглядит тоже аутентичненько. Возможно, подставку для этого босса я потом поменяю, но это возможно и это возможно потом. Сейчас же мне нужно обычный Divine Rock разместить в нашем обычном мире. Пока что я размещаю этот портал здесь, он скорее всего отсюда переедет, но об этом думать мы будем потом. Теперь мы берем эти сумеречные часы, кликаем сюда правой кнопкой мыши, и у нас создается портал. Это вот первое получается наше измерение из мода Divine RPG, но... Было бы слишком просто, согласитесь, если бы я просто взял и отправился бы туда. Планирую я отправление именно в это измерение, в следующей части нашего прохождения. Но не спешите закрывать это видео, ведь у нас есть еще какой-то маломальский план на эту часть серии. Мне сейчас нужно найти, по идее, в этом обычном измерении снежный биом или снежное измерение, где я бы смог надыбать себе немножечко снежка. Давайте его где-нибудь, этот портал, вот здесь вот разместим.
Также его с помощью сумеречных часов мы здесь зажигаем. Зажигаем и зажигаем. А что я сделал не так? Я погуглил. Оказывается, я делал все неправильно. Мне нужен не вот такой вот обычный призыватель, который нужен для обычных измерений из дивана, а нужен так называемый снежный шар. Крафт у него до ужаса простой, нужно просто сейчас бегать домой, задаем этот шарик и пытаемся сейчас зажечь этот портал. Вот, теперь это все заработало. По идее, я готов, у меня все есть, и в случае чего, я думаю, мы сможем отсюда выбраться. Я думаю, у меня какой-то баг, и я не смогу здесь появиться. Но все, замечательно, у нас работает. Мы смогли здесь очутиться. Не забываем здесь создать метку. И тут достаточно прикольно. Ух ты, что ты такое? Какая ты прикольненькая. Сейчас продолжу. Я немножечко здесь изучать. Полетаю здесь немножечко. И если найду что-нибудь интересное, например, вот это вот летающее создание, я обязательно с вами включусь. Привет. Так, с тебя падают какие-то айс-шардики. О, откуда? Так, привет, ребят. Какой ты страшный и громкий. Ну, по тебе дамаг-то не проходит. И проходит, точнее, но периодически. Как ты сильно бьешься? Я только сейчас посмотрел на свое здоровье. Зараза. Пока я летаю, ты мне не страшен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто ты такой? Сноумен. У тебя очень большая скорость стрельбы, но маленький урон. Ну ладно, ничего страшного. Как много тут интересных разных созданий обитает. Это прикольненько, мне нравится. Но единственное, что мне не нравится, то что с них очень мало чего интересного падает. А вот то, что я здесь увижу дом, я вообще никак не ожидал, если честно. Особенно в таком состоянии. Что-то пошло явно не по плану, когда он здесь генерировался. Так, какие-то столы, лампочки и два, так понимаю, торгаша. Я полетал здесь еще какое-то время. Я думаю, то, что больше ничего интересного здесь, кроме того, что я уже видел, здесь не увижу. Ну да, тут есть различные там снеговички, какие-то непонятные создания, которые держат свою голову у себя в руках. Это все увлекательно и интересно, но никакой практической пользы от этого я не вижу, поэтому отправляемся в обычный мир. И потихонечку завершаем на эту серию. Ну а в следующей серии нас ожидает, как ни странно, путешествие по новым измерениям, исследование новых локаций и новые мобы. Ну а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся.